Добрый день, дорогие друзья! Как вы знаете, зимой световой день становится короче, и поэтому нам хочется все чаще смотреть в аквариум. Естественно, когда мы смотрим в аквариум, мы хотим увидеть прежде всего свет. Свет в аквариуме бывает разный. Вот почему лампы бывают разных оттенков. Сегодня я хочу вам рассказать о сочетании ламп и о том, какой эффект они оказывают на ваш аквариум. Я хотел рассказать вам о том, как свет влияет на аквариум, и для этого мне необходим какой-то прибор. Да? Прибор называется пускатель фирмы Hadin. Он рассчитан на лампы Т8 до 20 ватт. Собственно, вот сам прибор, по сути, это пусковое устройство, и от него идут два герметичных патрона, которые вы можете разместить непосредственно в аквариуме, ну или же так, как это сделал я, на аквариуме. Для того, чтобы свет более эффективно распространялся в аквариуме, я установил вот такие вот замечательные отражатели JBL. Алюминиевая полоска, рефлектор отражает свет в аквариум. С помощью ее можно добиться интересного эффекта света тени, просто передвигая отражатель по лампе. Ну, собственно, две лампы, которые мы используем, это одни из самых популярных ламп в аквариумах. Первая — это Light Glow, яркий белый свет, температура 6700 кельвинов. Ее можно использовать в любом аквариуме. Это яркий белый холодный свет. Он способствует росту растений, выгодно подчеркивает рыбу, хорошо пробивает водную толщу. Вторую лампу чаще используется в морских аквариумах. Это Marine Glow. Это лампа чисто синего света. Ее используют для подсветки, опять-таки, синего фона. Используют в море для роста кораллов. Ну и в так называемых псевдоморях для цихлидников. Сочетание ламп, о котором хочется рассказать, оно более популярное. Это лампа SunGlow теплого желтого света и FluorGlow, о которой я вам уже рассказывал. Лампа SunGlow имеет температуру 4200 кельвинов и приятный желтый цвет. Ну, так называемый теплый желтый. Вообще, эта лампа, если так вдуматься, она предназначена прежде всего для освещения аквариума. То есть она не обладает какими-то уникальными спектральными характеристиками. Не могу сказать, что сильно способствует росту растений, но она выгодно подчеркивает рыбу и делает аквариум теплым. То есть, например, если сочетать эту лампу с лампой флора, вот как сейчас сделали мы, вы получаете такой ярко выраженный оранжевый оттенок. А если вы будете ее сочетать с лампой Light Glow, холодного белого света, то вы получите яркое освещение заднего плана, но тем не менее от аквариума будет идти теплый такой рассеянный свет. Вот вам совет номер 3.